Всем привет! Недавно купил в Китае три новых деревянных головоломки, которые мы сегодня попытаемся с вами решить. Первая головоломка – это вот такой деревянный ящик, который необходимо каким-то образом открыть. На первый взгляд он кажется полностью заколочен досками, но в нем есть какая-то загадка, которую необходимо разгадать, и таким образом сможем раскрыть вот этот ящик. Вторая головоломка – это поднос, в котором находится множество деталей. Необходимо все детали вынуть из подноса и потом поставить их обратно так, чтобы все состыковалось. Здесь все детали различной формы, здесь есть и закругления, и углы, и поэтому данная головоломка, мне кажется, будет довольно сложной. У меня уже была похожая, но там не было закруглений, там все детали были приблизительно одной формы. И третья головоломка, на мой взгляд, самая сложная. У нас имеется 4 кубика, на каждом кубике нанесены на каждой стороне разные цвета. Нам необходимо расположить эти кубики в подставке так, чтобы на каждой стороне все цвета были разные. И это очень сложная задача. На мой взгляд, это самая сложная головоломка из трех. Поэтому можете писать в комментариях, как вы думаете, сколько времени мне понадобится на решение каждой из этих головоломок. А также хочу напомнить о том, что у меня есть Инстаграм, и как только там будет 15 тысяч подписчиков, я проведу розыгрыш головоломок, в котором будет сразу несколько победителей. Для того, чтобы не пропустить розыгрыш, подписывайся на мой Инстаграм, ссылка будет в описании. А мы перейдем к решению головоломок. Поехали! Ну что ж, давайте пробуем раскрыть вот такую загадочную китайскую шкатулку. И на первый взгляд тяжело сказать, что здесь может открываться, потому что она выглядит полностью цельной. Но, тем не менее, пытаемся решить эту задачу. У меня уже было видео про шкатулку, и они, кстати, по размеру очень даже похожи. Возможно, это одна и та же головоломка, принцип действия одинаковый, отличается только визуально. Но надеюсь, что это не так. Старт, время пошло, и пытаемся открыть эту коробку. Так, сначала я хочу потрогать все вот эти деревяшки, потому что мне кажется, какая-то из них должна открываться. Есть. Что-то я открыл. Вот такие штырьки. А здесь отверстие. Ладно, убираем в сторону. Так. Я открыл какую-то ячейку. Здесь, по идее, может что-нибудь хранить. Здесь очень много опилок везде сыпется. Ладно, это мы открыли. И здесь я вижу, вот есть вот такое отверстие. А, вот сюда вставлялся вот этот штырек. Так, у нас пока не так много деталей, но что-то я уже открыл. Вот здесь я вижу, что вот эта вот деталь... Она выглядит так, будто она здесь должна быть, но видно, что она отрезана, отпилена. Либо, наоборот, эта часть отпилена. Да, вот здесь видно, что вот здесь есть распилы. И как-то это будет сдвигаться, возможно. Либо открываться. Но эта головоломка уже, мне кажется, немножко интереснее, чем предыдущая. Потому что предыдущая была всего одна загадка, а тут много загадок. Я думал, что она будет немножко проще. Оказалось, нет, она даже сложнее. Возможно, пока еще не решил. Так. Во-первых, я здесь вынул детальку и, возможно, что-то разблокировал. По идее, может быть, вот так натолкать? Да. Я ее решил, потратил минут 24 секунды, она оказалась очень простой. Я думал, что она будет немножко сложнее, но она действительно очень простая и очень много опилок. Все-таки предыдущая головоломка была сделана намного качественней. Но, тем не менее, головоломка интересная, и я даже не понял... То есть, я понял, как ее решил, но не понял, в чем здесь сложность, потому что головоломка очень простая. Да, очень простая. У нас, получается, вот есть вот такой короб, в который вставляется ящичек. Вот такой ящик вставляется. И в ящике есть вот такие вот ограничители, для того, чтобы ящик у нас не провалился. Сверху ограничитель и снизу ограничитель. Они вот так вот врезались, эти ограничители. Да, есть. У нас здесь есть отверстие. Вставляю второй ящик. Есть. Зафиксировали. И фактически вот эта деталька уже не нужна, потому что у нас внутренний ящик уже зафиксирован. Но, тем не менее, здесь у нас есть еще вот такая деталька. И мы ящик зафиксировали. Головоломка, несмотря на то, что очень простая, все-таки довольно необычная и интересная. И, кстати, она пахнет деревом довольно сильно. Я так понимаю, это обожженное дерево, это не покрашенное. Оно обожженное, прям чувствую, что оно обожженное. И немного испачкал руки вот этим обожженным деревом, совсем чуть. И запах приятный в комнате стоит. Но здесь высыпалось очень много опилок, смотрите. Это все высыпалось изнутри. Суть данной головоломки заключается в том, что нам необходимо высыпать все детали, а потом поставить их на место так, чтобы у нас все стыковалось. Точно так же было и в предыдущей головоломке. Я, честно говоря, даже затрудняюсь сказать, какая будет проще. Здесь были углы. То есть здесь не было закругленных деталей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь все углы были по 60 и по 30 градусов. Здесь же есть и углы, и закругления, и, возможно, за счет этого данная головоломка будет сложнее. Но также она может быть проще, потому что у меня, я вижу вот эти прямые детали, они явно будут с краю. А по центру будут находиться детали, которые не имеют... А, здесь тоже есть углы. Да, возможно, будет сложнее. Также давайте пробуем решить. Высыпаем детали. Перемешаем их. И засекаем время. Так, это явно будет с краю.
это явно будет не по центру. Вот это тоже будет явно с края. Но единственное, что я не знаю, они будут соприкасаться или нет детали, возможно, не будет. Вот это тоже явно будет с краю, не по центру. Вот это я не знаю, по центру или с краю, поэтому поставим пока сюда. Так, смотрим, что сюда у нас подходит. Ну, у нас настолько длинного носика нигде нет, поэтому вот эти детали не будут вот так располагаться. Возможно, вот так. Эта головоломка непростая, очень непростая. Я бы даже сказал, сложная. Я бы даже сказал, очень сложная. Ладно, будем сходить с того, что вот эти детали точно были по центру. Это я просто-напросто запомнил. Возможно, вот это было по центру, но не факт. Мне кажется, вот эти вот были по центру каким-то вот таким образом. Какой-то они образовывали какую-то вот такую фигуру. И давайте из этого исходить. Посмотрим, что сюда можно поставить. Это сюда не подходит. Возможно, вот это, мне кажется, должно с этой компоноваться. Вот так. Вот так они вроде компонуются, вот эти детальки хотя бы. Вот это, возможно, сюда залезет. Вот это сюда залезло. Но опять же, здесь есть небольшие зазоры, я не знаю, насколько это большие зазоры. То есть так должно быть или нет? Так, смотрим дальше. Ну, пока мы куда-то продвигаемся, это уже хорошо. Вот здесь оно не стыкуется, значит, это сюда не подходит. Возможно, вот это подойдет. Вот, вот это точно компонуется. Есть. Я как минимум состыковал две детали, которые точно должны именно вот так располагаться. Надеюсь. Надеюсь, что они именно так должны располагаться. Теперь смотрим, что вот сюда может подойти. Вот сюда, мне кажется, вот это... Так, я три детали состыковал, они прям очень хорошо стыкуются. Движемся дальше. Кстати, сейчас 3 минуты 37 секунд. А, 27 было. Так. Движемся дальше. Это сюда не подходит. Так, это пока откладываем. Вот это может подойдет. Вот это, возможно, подходит. Ладно, пока оставляем. Вот эти... Ладно, пускай пока здесь будут. Вот это, возможно, подходит. Я пока не уверен, но возможно. Либо, может быть, еще и вот это. Я буду считать, что вот это подходит. Она прям вроде бы хорошо подходит даже. Вот так, мне кажется. Так, движемся дальше. Или вот это, может быть. Они, кстати, одинаковые или нет? Вот, это точно здесь. Есть, я двигаюсь в правильном направлении, мне кажется. Так, 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 так. Вот это не подходит теперь. Может быть, вот так. И вот так. Нет, это явно не сюда. Ладно. Поставляем. Вот это подходит. Так, 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 так. Это не подходит. Попробую с этой стороны подвинуться. Вот здесь точно было сердечко. Так, вот здесь у нас вроде бы стыкуется. Вот сюда, мне кажется, должна пойти вот эта деталь. И осталось две детали поставить. Я надеюсь, сейчас все состыкуется. Есть! Так, вот сюда, стоп. Потратил 5 минут и 8 секунд. Решил головоломку. Вроде бы все стыковалось, вот так это выглядит. Вроде бы все стыковалось. Пишите в комментариях, изначально была такая картинка или нет. Потому что мне кажется, все стыковалось. Кстати, вот здесь даже прямая линия проходит. Я думаю, решение правильное. В любом случае, все детали поместились, так что я головоломку решил. Потратил 5 минут. По-моему, я потратил меньше времени, чем на предыдущую. Мне так кажется. Но я не уверен. Но предыдущая, мне кажется, все-таки была сложнее. Вот это чуть легче, потому что когда я вот здесь состыковал три детали, потом просто по кругу двигался, и это было довольно легко. Вот здесь было очень сложно, потому что вот здесь, если ты дошел до конца, и у тебя осталось две или три детали поставить, ты в любом случае их ставишь, потому что здесь детали, я так понимаю, имеют одно единственное положение. Здесь же детали могут иметь огромное количество положений, и здесь может создаваться огромное количество узоров, и когда ты доходишь до конца, у тебя может получиться так, что у тебя просто в конце деталь не стыкуется. Здесь же такого не произойдет. Если ты дошел до конца, у тебя остались три детали, они в любом случае каким-то образом сюда поместятся.
Так что головоломка простая, но тоже интересная. Меня неоднократно в комментариях спрашивали, что у меня за часы. Это классические механические часы Daniel Wellington. Я сейчас хочу перейти на смарт-часы, но существует огромное количество моделей, и выбрать смарт-часы довольно сложно. Давайте посмотрим, какие они в принципе бывают, сколько они стоят и какие будут идеально работать с айфоном. Кроме Apple Watch, возможно. А может быть и Apple Watch. Давайте посмотрим. Чтобы удобнее было выбирать, зайду на e-каталог и открою раздел с часами. Теперь открываю умные часы. Выбираем часы совместимые с iOS. Мне понравились несколько вариантов. Это Apple Watch. Они идеально будут работать с iOS. У них есть несколько вариантов цветов и размеров. Но также мне понравились часы от Samsung и Garmin. У них классический дизайн. И судя по отзывам и видеообзорам, все модели очень хорошие, поэтому сравним характеристики. Apple Watch по многим параметрам лучше именно для iPhone, но они дороже остальных. Хотя даже для них можно найти довольно неплохую цену. Мне понравились несколько моделей, ссылки на них я оставлю в описании, а вы можете пройти, посмотреть и помочь мне определиться, какие часы лучше купить. Так что я жду ваши комментарии, а мы вернемся к решению головоломок. И последняя головоломка, на мой взгляд, самая сложная. Когда я купил, я на самом деле даже не сразу понял, в чем суть головоломки, что здесь надо делать. Потом почитал описание и сразу все стало понятно. Здесь мы можем ослабить шнурочек и вынимаем 4 кубика. На каждом кубике у нас есть цвета. А, сначала посмотрим подставку. У нас в подставке есть отверстие с четырех сторон. То есть с трех сторон у нас отверстие и четвертая сторона у нас свободна. По бокам у нас отверстий нет. Вынимаем кубики. И у нас на кубиках есть цвета. Давайте посмотрим. У нас получается на каждом кубике есть желтый, синий, зеленый и красный. Я, насколько понимаю, все кубики разные. Да, здесь получается два желтых, два красных, синий и зеленый. Здесь у нас были три желтых, синий, зеленый и красный. То есть, вероятно, на каждом кубике есть все цвета, но тем не менее количество цветов может быть различным. И последний кубик. И задача заключается в том, что нам необходимо расположить эти кубики таким образом, что как бы я ни смотрел, у меня везде были четыре разных цвета. И для этого затягивается веревочка, для того, чтобы они не выпадали. Я затянул веревочку, теперь смотрим. Вот здесь у нас 4 разных цвета, здесь разные цвета, здесь разные цвета и здесь разные цвета. То есть цвета не совпадают. И мне кажется, головоломка будет очень сложной. Ну что ж, давайте попробуем ее решить. Будем высекать, как всегда, время. Высыпаем, перемешиваем кубики. Какая же она сложная будет. Я это уже понимаю, насколько она будет сложная. Засекаем время. Время пошло. Давайте для начала пробуем расположить синий, красный, зеленый и желтый, а потом уже будем вращать. Итак, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь получилось два желтых. Здесь у нас тоже два желтых, только уже других. И с этой стороны у нас два зеленых. То есть у нас только с одной стороны правильное расположение. Давайте поменяем. Здесь поставим красный, здесь поставим желтый, а здесь поставим, пускай будет зеленый, а вот здесь синий. Смотрим, что у нас здесь. Теперь здесь правильно, здесь неправильно. И с этой стороны, так, с этой стороны у нас неправильно. То есть у нас получается фактически, надо только вот это развернуть, что ли? У нас получается вот здесь все правильно. Вот здесь у нас красный, а должен быть желтый. А здесь у нас зеленый, а должен быть синий. Так, ну давайте посмотрим, на этом кубике есть еще синий? Нет. На этом кубике больше синего нет, поэтому в любом случае нам такое расположение не подходит. Давайте пойдем от обратного. У нас на первом кубике, я точно помню, было много желтых, поэтому давайте его поставим первым, хотя порядок кубиков не имеет никакого значения. Но тем не менее, поставим вот так вот, пускай будет. Так, смотрим дальше. Здесь у нас много синих, давайте поэтому поставим следующий кубик синим кверху. Если у нас много синих, ставим синим кверху. Может быть, такая методика подойдет. Здесь много красных. А здесь много красных. Ладно, здесь много зеленых, поэтому ставим зеленую кверху. А здесь и желтых, и красных много. Ладно, поэтому попробуем вот так. Смотрим. Здесь у нас все правильно. Здесь у нас два желтых, то есть нам надо либо вот это повернуть. А на этой стороне у нас тоже два желтых. Какая сложная головоломка. Кстати, уже 2 минуты потратил. Вот здесь у нас очень много желтых. Давайте вот эта сторона у нас, в принципе, будет чисто желтая. Вот здесь у нас, вот здесь будут желтые. Значит, вот здесь
сверху, справа и слева желтых у нас уже быть не должно. Желтый у нас может быть только снизу. Поэтому сделаем вот так. Следующий смотрим. У нас сверху и с этой стороны не может быть уже синих, а здесь не может быть красных. Поэтому дальше мы ставим красный, например, и вот сюда мы направляем красный, а туда зеленый. Есть. То есть пока у меня вот эти три стороны все правильно. Снизу пока... Снизу уже неправильно, поэтому убираем такой вариант. Вот этой стороны кверху. Здесь желтый получается, не подходит. Синий не подходит. Зеленый подходит, но... Вероятно, это не то положение. Да, здесь красный получается. Так, мы можем вращать еще вот этот вот кубик, где у нас красный тоже совпадает. Поэтому попробуем его повращать. Нам нужно, чтобы синий был кверху, но здесь нужно, да, будет еще желтый. Нет, это мы пока не будем вращать. Нам нужен синий кверху, синий сюда, а на нас желтый. Но так, чтобы снизу не было красного. Но мы можем желтый здесь взять. Мы можем вот эти пробы поменять. То есть вот эти пока оставляем, вот эти пробуем поменять как-нибудь. Так. Нам нужен будет синий сверху. Давайте. Вот здесь получается снизу зеленый, а мы сделаем вот так снизу зеленый. Мы сделаем вот так снизу зеленый. Вот здесь у нас был туда красный. Поэтому вот так. Вот так. Не подходит. Вот так. Подходит. Не подходит. Ох, сколько времени уже на нее трачу. Так, сколько там времени на нее потратил? 12:47. Очень сложная головоломка. Просто здесь практически все перебором делается. Я не могу придумать какой-то алгоритм решения, и приходится практически все перебором делать. Синий. Так. Сюда нам нужен синий. Либо желтый. Нет, нам нужен синий. И сюда нужен синий. Вниз у нас два желтых получилось. Поэтому переворачиваем, делаем синий. Вот таким образом могу сделать синий. Внизу получается два красных. Значит, это не подходит. Так. Если мы вот так сделаем, например. Вот как-нибудь вот так. Пока все стыкуется. Здесь стыкуется. Неужели? Если сейчас получится, это будет очень круто. Так. Здесь нам не хватает какого цвета? Здесь нам не хватает красного. Значит, сюда нам мы поворачиваем красным. Вот так, например. Я собрал. Есть. Так, останавливаем время. Стоп. 13:56. Давайте перепроверим. Сейчас затяну веревочку, чтобы ничего не выпало. Я затянул веревочку и смотрим. Здесь одинаковых цветов нет. Здесь одинаковых цветов нет. Здесь тоже все правильно. И здесь все правильно. Головоломку собрал. Она сложная. Скажу сразу, она очень сложная. И я сначала пытался просто каким-то образом все поставить. Это не всем верная тактика. Нужно было делать, вот как я в конце ставил. Я выставляю все, смотрю, какого цвета не хватает, и пытаюсь уже вращать кубики так, чтобы подобрать нужный цвет. Потом пытаюсь, если не получается последним кубиком подобрать нужный цвет, я начинаю перемещать другие кубики. Вот эта тактика оказалась правильной. И головоломка интересная, однозначно интересная, но довольно сложная. Мне такие нравятся. Да, все правильно. Красный, желтый, зеленый, синий. Желтый, зеленый, красный, синий. Зеленый, синий, желтый, красный. И зеленый, красный, синий, желтый. Все, эта головоломка самая сложная из трех, но она интересная. Давайте подведем итоги по трем головоломкам, и могу сказать, что они оказались довольно интересными. Первая головоломка, само собой, одноразовая. Это просто ящик, который вы один раз открыли, потом уже знаете, как это делается, и на самом деле это не настолько интересно. Интересно только разве в том случае, если вы будете давать своим друзьям, чтобы они решили. Так что данная головоломка одноразовая, но сделана интересно. В всяком случае, такое обгорелое дерево круто смотрится. Вторая головоломка, на мой взгляд, уже не одноразовая, потому что, мне кажется, довольно тяжело будет запомнить, как все детальки стояли,
Поэтому каждый раз вы будете решать как новую головоломку. Если, конечно, вы не будете делать это регулярно, само собой вы запомните. И, насколько я понял, здесь всего одно решение. Если в предыдущей версии было огромное количество решений, здесь решение, скорее всего, только одно, и по-другому расставить эти детальки вы не сможете. Но я, опять же, не уверен. Возможно, можно как-то еще их заменить, но, скорее всего, не получится. И еще, насколько я понимаю, можно сделать такую головоломку самостоятельно. Просто берете вот такую вот форму, шестиугольник, вырезаете картонки, абсолютно хаотичной формы, просто вот такие вот какие-нибудь линии проводите, вырезаете, и у вас получается точно такая же головоломка, где вам необходимо вставить детальки обратно для того, чтобы заполнить весь поднос. Так что, возможно, когда-нибудь я сделаю такую головоломку самостоятельно и сниму обучалку по тому, как это делается. Если вам это интересно, напишите об этом в комментариях. А третья головоломка оказалась действительно очень сложной. Мне она понравилась, потому что я люблю вот такие сложные головоломки, на которыми надо посидеть много времени для того, чтобы разработать свой некий алгоритм решения, и в данном случае действительно нужно сделать. Так что мне головоломка понравилась, она сложная, и просто перебором вряд ли у вас получится решить. Необходимо разработать какую-то тактику, когда вы сначала позиционируете 3 кубика, потом ставите 4-й, потом меняете. Понимаете, что надо поменять еще 3-й кубик, потом возвращаетесь ко 2-му, если надо его еще повернуть. Так что мне данная головоломка понравилась, я рекомендую прям напрячь свои мозги. А теперь спойлер специально для тех, кто досмотрел это видео до самого конца. Если вы хотите видеть спойлеры регулярно, подписывайтесь на мой инстаграм, там постоянно появляется. Ну а теперь спойлер. О чем будет следующее видео? Я купил очень много головоломок. Вот это вот все головоломки, о которых я еще буду снимать видео. Они, кстати, даже запакованы еще. Я специально их не распаковываю для того, чтобы собирать их впервые на видео. Вот эти вот все головоломки. Вот такая вот необычная коробка, которая тоже запакована. Я еще ничего не распаковывал. Специально, чтобы делать видео, чтобы показывать свои настоящие эмоции, чтобы впервые в жизни все это собирать на видео. И давайте, если вы досмотрели это видео до конца, напишите об этом в комментариях. Давайте придумаем кодовое слово. Например, я видел шар. Вот так вот напишите. Вот деревянный шар. И если вы досмотрели видео до конца, напишите «я видел шар». И да все остальные, кто не досмотрел видео до конца, не будут понимать, в чем вообще дело. Мне кажется, оригинально. Так что пишите «я видел шар». И если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылка на него есть в описании. Там же и ссылки на инстаграм и все остальные социальные сети. И на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.